что-то дополнительное, что будет этот эффект перекрывать вначале, там, может, какие-то транквилизаторы и так далее. Поэтому, бля, это супер обычная тема. Я жрал антидепрессанты в своей жизни, вообще не почувствовал ничего, кроме улучшений. Особенно, кстати, я их ел тоже в момент, когда у меня были там панические атаки, и было очень хуево. Поэтому вообще chill out, просто принимай, главное, вовремя, правильно, в них главное правильно заходить, да, по дозировке, и правильно выходить, и все, там, долго в них не засиживайся, и все будет у тебя кайф, охуенно. Главное, не забывай, что помимо антидепрессантов нужно работать вот здесь, то есть нужно...